Здорово, народ, и сегодня мы с вами посмотрим очередную демку CS GO. Поехали! Итак, что у нас? Карта The Dust 2. Наш The Suspect в первой половине имеет счет 16-9, плюс еще 2 ассиста. Во второй половине у него пока что ни одного убийства, 2 смерти, 1 ассист. Пытаются наши... Один тир пытается что-то зайти на Б, что ли. И смотрим, что нас делает наш The Suspect. Так, ну ладно, возможно, он его видел. Окей. У них было эко, наш саспект берет петушка. Пробегает мид вообще, даже не прыгая. И, типа, ему пофиг, что там авапа стоит, окей. Пробежал и... Никого здесь на Б, потому что наши тиры пытаются выйти на А. Двое уже прошли шорт, еще двое идут там сзади. Один прошел шорт, выбивает бомбу, неплохо. И сейчас тира наверняка будет втягиваться обратно, чтобы попробовать снова выбить. Забрать ту бомбу, окей. The Suspect. Какой-то смог. Окей. Давай, в смог, убей в смог. Ну, бля, давай, я верю, что ты сможешь. Ну, давай через смог. Ну. Ну, ты же наводишься на него постоянно, давай. И окей, ставит рандомный хэп. Нормально. Зря через смог не убил, это было бы очень-очень круто. Окей, наш The Suspect берет калаша. Без раскидочек, без всего. Только диффузы и армор. Второй, окей. Прошел спиной, окей. Ничего страшного. Каждый бывает. Пытается зайти в коробку. Двое тиров только-только выходит из спауна. И он вешает очень такой прикольный хэд. В принципе, тут ничего такого не было. Окей, один тир пытается еще до сих пор контрить. И начинает с какого-то префайра очень странного. Другой тир из авапа смотрит коробку, пытается, отходит. И, блять, он на него так наводился. Не тир, а The Suspect. Что, серьезно, у меня такое чувство, что у него есть какой-то такой ВХ. Наверное, дальше надо нам смотреть, чтобы понять. Но первый килл еще был нормальным. Второй, блядь, с каким-то лютым префайром. Пытается тиры массово вы... Тебе ты, блядь, что делаешь, Минус 3 головы, серьезно? Пиздец. Чувак, ты что, охерел, что ли? Окей, окей, допустим, это божественный рандом, допустим. Один тир очень каленый, и, блядь, что ты делаешь? Или это он на шарше стрелял? Или он пытался прострелить? Я вообще не понимаю. Охуенная флешка просто. Окей, прочекал. Один из наших теров чекает коробку, его забирают. И он куда-то там на Б стягивается. Будет сейчас сидеть в жопе. Ну, ему ну, ничего не остается. У него 24 хп. Нашивают одного и все. 22-й раунд. Наш The Suspect в прошлом раунде выдал, блядь, что-то охерительное. И в этом раунде решил закупить фул раскидку. Фул раскидочка. Окей. Сейчас очередная гениальная флешка. Окей. Нормально. Авапер пошел. Три авапы. Нихуя себе в тиме у них. Три авапы. Фига там. При том, что у кота прекрасно. Так. Рашит коробку, вроде бы все чекает, тут вообще выходит ему вообще по боку, что может быть сзади, окей. Ну, допустим, выходит наш тир в мид, и он, блядь, сразу просто начинает стрелять в этот мид. То есть, как бы выскакивая, сразу же наводится туда. Наш тир занимает плент Б. Один салап и сливается, и тут что-то с калашом, не думаю, что затащит сейчас 1-2. И, блядь, опять-таки сразу же наводится и стреляет. Ну, не знаю. Как-то подозрительно, если честно. Подобрал Хайпер Икса и теперь... Хайпер Биста, вернее, и теперь пойдет, наверное, куда? Опять на лонг? Окей. Теры тем временем... отбрасываются флешки. Окей. Только один тер смотрит коробку, отбрасывает флешку и наверняка со своей командой сейчас будет стягиваться на... А, они очень на Б пошли. Окей. Извиняюсь. Кого он там пасет? Это кто? Эму. Кто там пас? Окей, убивает сэмочки его. Я бы на его месте калаш взял. Опять у него фул раскидка, хотя в прошлом раунде не, он не потратил ни одной из гранат. Окей, теры снова наши пытаются зайти на Б.
Лишь один КТшник держит эту точку, снимает его с лапы и добивает. Неплохо так, минус 20, сколько? Минус 76 дает. Неплохо. 24 хп у нас у одного. Через дым, ну вот, наконец-то, братан, я ждал этого. Я ждал, когда ты спалишься, и через дым он сейчас его забрал. Может быть, это, конечно, опять-таки, давайте скинем на рандом, но... Как по мне, чувак палится. Окей. 24 раунд. Наш КТшник The Suspect вновь идет на лонг вместе со своим тиммейтом. Отбрасывается, блять, какой-то охуительный просто... Этот, как его огонь. И он нашивает коробку. Пытается выйти туда Эму, блять, что ты там все время один делаешь в коробке? Нахуя просто, скажи мне. Еще одна охуительная флешка. И, блять, его нашили. Окей. А КТшники все равно взяли раунд. Окей, он берет негев. Типа, доминируй, унижай. И идет рашить коробку. Давай. Покажи рандом. Покажи, давай. Опа, нихуя себе с префайера, блять. Как знал. О, теперь взяли даже раунд, но я думаю, что они катку все равно слили. Помощь при цели у него не было, а вот помощь в обнаружении был в ВХ. Мне кажется, он несколько раз палился. Другого этого ничего здесь не было, и этого тоже здесь не было. Собственно говоря, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Поставьте лайки и ждите новую серию патруля. Все, всем пока.